Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры и тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Люди с таким именем обладают высокой стрессоустойчивостью, постоянно стремятся к роскошной жизни и умеют зарабатывать много денег. Букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. Главные качества личности – богатый внутренний мир, стремление к знаниям, основательность, любопытство и мечтательность. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Люди с буквой «Т» в имени отличаются страстью и пламенной натурой. Буква «У» в этом имени означает развитое воображение, великодушие, доброжелательность и порой излишнюю прямолинейность. Редко встречающийся в именах звук «У» воспринимается на слух свежо и оригинально. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. Людям с этим именем сложно выстраивать личные отношения, несмотря на искреннее чувство любви. Они умеют использовать жизненный опыт для духовного развития. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Склонность к ранней амурной жизни, которая не кончается никогда, но при этом наделяет постоянством и душевным романтизмом носителя имени. Буква «Т» в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Счастливыми камнями для них будут лунный камень, жемчуг и тигровый глаз. В качестве талисмана желательно носить лунный камень в соприкосновении с телом. Расположенность к Лене у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. В страсти к разнообразию, особенно в мелочах, может проявиться мотив его жизни. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.